Второе место заняла немка Франциска Пройс. Отставание 21,2 секунды. 0 промахов. Третьей стала Паулина Фиалкова. Плюс 25,1, 0 из Словакии. Россиянка Екатерина Юрлова-Перт стала 14-й, плюс 1,5, 0, Светлана Миронова, 15-й, плюс 1,10, 2, Лариса Куклина, 22-й, плюс 1,20, 0, Виктория Сливко, 24-й, плюс 1,22, 0, Ульяна Кайшова, 50-й, плюс 2,1, 2, Анастасия Морозова, 60-й, плюс 2,17, 1. Евгения Павлова была заявлена на гонку, но не вышла на старт. 34-летняя Кузьмина, проводящая последний сезон в карьере по итогам гонки, стала обладательницей малого хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок. Спортсменка набрала 371 очко. Спортсменка второй год подряд выигрывает общий зачет спринтов. Также в прошлом сезоне она стала первой в зачете гонок преследования. Второе место в зачете заняла итальянка Доротея Вирер, 330. Третья, норвежка Марти Олсбурёйселн, 326. Лучшей из россиянок стала Юрлова Перт, занявшая 13 место, 174. В общем зачете Кубка мира лидирует Вирер, 882, второй идет ее соотечественница Лиза Витоцицея, 852, которая по итогам спринта не попала в гонку преследования, став 68-й. Третье место занимает Рёйселн, 791.